Школьники шьют наряды, ухаживают за цветами и печатают плакаты. Такое расписание по душе каждому ребенку, но есть оно не во всех учебных заведениях. Особенные воспитанники 89-й школы-интерната не лишены подобных радостей. Дополнительные предметы введены не только ради развлечения. Улучшение здоровья и профориентации – это главные плюсы приятного досуга. Мы сотрудничаем с нашими колледжами, и вот, например, швея и работник зеленого хозяйства есть у нас в техникуме дизайна. В этом году в классах появится новое оборудование. В ботаническом теплице, в швейном вязальные машины. Также пополнение ожидается и в общеобразовательных аудиториях. Интернат попал в программу современной школы и получил материальную поддержку от федерального центра. В 2019 году Ульяновская область стала победителем в конкурсном отборе по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья национального проекта образования. В этот проект вошли 9 коррекционных школ и школ-интернатов. Школа получила 7 миллионов рублей. Со следующего года в течение 3 лет стандартные классы будут превращаться в ультрасовременные. Как утверждают специалисты системы образования, с новым оборудованием программа предметов будет намного интереснее. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управда ТВ.